Ну что? Да. Ждать. Сидеть. Сидеть. Ждать. Нет, нельзя. Сидеть, ждать. Выходите, девочки. Сидеть, ждать. Рядом. Да, подержу. Да не надо. Сидеть. Рядом, Кир. Рядом. Рядом. Кирюша, мы всей семьей выходим гулять. Причем первый раз в жизни. Ну, здесь, да, в селе, точно. Да, Лизош. И все с Кирюшей идут гулять. Первый раз. Мы же гуляли все толпой. Все вместе? Ну да. Да, я не помню. Ну разве что когда девочки пришли к нам навстречу, тогда да. Происходит жесткое воспитание Кирюши, которое мы-то даже снимать не будем. Мы покажем небо. Небо красивейшее. Класс. Ну, ты тянешь меня. Ну, тут рядом идешь. Раз. Ну, что-то сорбузик, никуда он так один отлетел. Заблудился. Арбузик. Лизон. Телефон. Музыка на телефоне. И пошла. Я дам. Красиво. Поля, луга, небо. Там не был водитель, но он тоже поедет. Красоте. Отстроили катастрофу. Он меня потянул, я чуть-чуть не упал. Она такая скользкая. Пшеница. Вот это хотел Юру сюда. Давай в прицеп собираем. Вот это идет. А ну рядом иди сюда. Собака. Козочки пасутся. Опять это коза? Ты че? Со такой смешной мордой. Рядом. Друзья, помните, здесь был подсолнух где-то нам по колено, не выше. Вот недавно мы гуляли, да, па? Смотри, как вымахал. Ничего себе, выше меня. Ну, я здесь скажу, в отличие от вас, каждый день. А, и ты что, не заметил этот рост или что? Ну, замечаю, я же вот с вот такого, с вот такого семечки вылазит, наблюдал. И так же и эту пшеницу. Раз, два, ко мне рядом. И уже какая, ничего себе, ботвища высокая. Рядом. Какая красота. Что он ее там зажал и в это, и держит, наверное, лапа или что? Друг дружку, говорит, поперелякували. Все, отлично. Фух. Ну, зато папа сейчас даст ему за непослушание жесткого. Ой, уже. Ай, ай, Кирюшу жалко. Ой. Папа взял это. Спугнул. А?
ее. Че папа не одевает ошейник? Не может. Не может. Сюда! Сюда иди! Кир, иди сюда! Ко мне подошел! Ко мне подошел! Стоять! Рядом стоять! Рядом стоять! Кир! Все, сидеть! Сиди! Жди папу! Все, ты скотина такая! Непослушная ты такой! Сейчас папа тебе как даст! Рядом подошел! Иди к папе! Рядом подошел! Быстрее. Боится тебя, смотри! Рядом подошел! Рядом пошли! Рядом иди, не оглядывайся. Да, иди рядом. Ой, Кирюшка. Испытания просто какие-то у нас сегодня на прогулке. Иди гуляй, к Лизе. Возле Лизы гуляй. Что, эта ж сявка там гавкает постоянно. Ну, ее тоже уже не трогай. Он один раз прибежал ее, это туда в будку загнал. Какую? В этом доме? Да. Він, короче, у всіх підпорядкує, да? А потім буде спокійно ходити. Не, ну этот мелкий этот огрызается еще. Борзый. Я просто не знаю, если Кир его схватит. Ну да, чтоб кирдык же ж не настал там. Ну у него ж такая челюсть. Он же никого никогда не грыз, понимаешь? Я и не хочу, чтобы он не вот это почувствовал, вот эту власть. Агрессию. Над вот этими шавками. Ну да. Как потом он же будет не чувствовать себя непобежденным. И на всех будет это. Царьком. А у него же кровь вот это все играет, его эмоции вот эти все. Куда ты смотришь? Все, расслабься, иди гуляй. Кто, козы? Короче, у нас прогулка с приключениями вышла. Вон Кирюшка. Ай, нельзя ему спокойно теперь прогуляться. Ну нельзя. Там гавкают, там кто-то ездит на велосипеде. Там то, там все. Смотрите, какой уже сейчас подсолнух. Хочешь, я тебе покажу прикол. Прикол хочу. Ну сейчас. Друзья, ну, в общем, вот такой прекрасный день, отличная прогулка, погода отличная, и под вечер, да и днем сегодня была нормальная. Поэтому прогуливаемся, сейчас дойдем до конца, потом назад, и вот это вся наша прогулка. Глаза полюбуются. Меня мама обижает. Да, сейчас еще ремня дам. Обижает. Звоните в службу поддержки. На улицу тоже взяла свой телефон, типа фотографироваться, и сует свои телефонные прикольчики. Сейчас потому еще ты дома. Все, хватит. Ты помнишь, в том году он же не был такой высокий? Не был, кстати, да, подсолнух таким высоким. Это совсем другая это. Сорт. Порода, сорт, да. Сорт, ну гибриды по-любому. Что там, что будет сорты, да, наверное, какие-то садить? Ну, потому что надо будет съездить мне с серым, пусть покажет, где его, чтобы сравнить. И подсолнухи сады Украины, или как они там называются, ну, ихняя селекция. Что вот такой стебелек и вот такие головы.
Угу. Что они, наверное, после этого урагана ветра они вот так лежат. А у меня, говорит, вот такой стебель. Угу. Говорит, и вот такая шапка. Говорит, в тех головах по краям только есть зерно, а внутри они пусти. Пусти, я говорю, как он. Ну, русско-украинский язык, да. Суржик называется. Какая луна красивая, интересная. Кир! Сюда иди! Видишь? Ушлепал куда-то. А вот, сюда иди ко мне, Биван. Сидит, дай сюда. Но он же меня не убил. Эй, ты чё? Дай сюда, ты же забыл, что тебе в будку кидает хлеб. Ага, Кир, вот. Кир, вот она. А, ну что ты меня так пранкуешь? Мог бы еще раз пранкнуть. Нормально так полетело. Левой рукой бросай. Вот это носить туда-сюда. Ему не пускай. Да? Блин, я хотела это сделать. Сюда. А где пранк? Да, неси сюда, Кир. Давай сюда. Кир, неси сюда. Нет. Потому что надо команду говорить. Принеси. Нет там никого. Заберу. Что ты такой косой? А ну брось, прямая. Давай. Мне аж интересно. Кто из нас косее? Я тоже левой рукой бросаю, Лиза. Хорошо, я правой. А не, бросай левой. Чисто. Так я же сам. Как ее кидать? Так, да, Кир, дай, Лиза, на. Я чистую. Так, где ты его, на? Где-нибудь. А ну сидеть. Давай, сначала ты. Сидеть. Вот она. Я потерял. Вот такие дела, друзья. Так прошел сегодня наш денечек. На этом все. Всем всего хорошего. До завтра. Всем пока-пока.